Наши жители заботятся о природе и экологии. В Красногвардейском районе ежегодно проводятся субботники, волонтерские акции по уборке мусора и опавших листьев. В 2017 году из одного только Ржевского лесопарка было вывезено свыше 500 кубометров битого стекла, покрышек и строительных материалов. Жители высаживают яблони, груши, цветы, обустраивают парковки и даже занимаются очисткой асфальта от навязчивой рекламы. За год были организованы и проведены акции по уборке с участием студентов и молодежи в парках Малиновка, в Заневском и в Полюстровском парке. Я, например, живу в поселке, и я сталкиваюсь с тем, что много мусора в лесу находится. То есть никто ничего не убирает, и хочется хоть что-то сделать хорошее для своей страны. Отдых на природе – излюбленный вид времяпрепровождения жителей района. Одним из таковых мест является Георгиевский сквер на Среднеохтинском проспекте, который занял первое место по итогам конкурса «Уютный сад». В год экологии прошел юбилейный 5-й фестиваль «Эко-Охта», на котором жители совместно с общественными деятелями оценили экологическую обстановку любимого района.